Выявление коррупционных схем, должностных преступлений, борьба с вымогательством – это основные функции, возложенные на сотрудников 5-го отдела. За 9 месяцев борцами с экономическими преступлениями по республике было выявлено 42 факта взяточничества. 19 из них раскрыты сотрудниками 5-го отдела УВД Ошской области. Нами был задержан работник одного из аильных округов Араванского района. Дело передано в суд. Кроме того, есть факты вымогательства взятки среди работников здравоохранения Департамента судоисполнения ГКНБ. В общей сложности в текущем году было раскрыто 38 фактов экономических нарушений, служебного подлога и вымогательства. В результате в государственную казну было возвращено более 10 миллионов сомов. Здесь, в дежурной части УВД, регистрируются все заявления граждан, в том числе и по факту вымогательства. Сразу после этого начинается работа оперативных сотрудников. Чтобы поймать взаимца с поличным и доказать его вину, необходимо провести большую подготовительную работу. Часть ее возложена на сотрудников экспертно-криминалистического отдела. Именно они готовят меченые купюры для будущей взятки. Мы обрабатываем денежную купюру специальным порошком и карандашом, пишем слово «взятка». Невооруженным глазом их увидеть невозможно, а с помощью аппарата с ультрафиолетовыми лучами порошок и надпись появляются. При подготовке операции тщательно проверяют не только предполагаемого взяточника, но и человека, написавшего жалобу, чтобы избежать ложного доноса. 329-330 статья бар берене. Ал жерде ошо арызданучунун дагы жоопкерчилиги каралган. Ал жерде эгер бирөөгө жалган көрсөтмө берип, бирөөнүн үстүнө жалган жазсаң, өзүң да жоопкерчиликке тартыласың деп арызды жазып атканда ошонун биринчи үстүнө ошого кол коюлат. По мнению сотрудников 5-го отдела, в последнее время доверие к милиции со стороны населения возросло, что в конечном результате и повлияло на эффективность их работы. Гульбара Кенжеева, Жылдызбек Болотбеков, Общественный первый канал, Ошская область.